День Победы для Лидии Мониной навсегда связан с историей жизни ее отца. Великую Отечественную он, молодой артиллерист, прошел всю до конца. И финскую, и отечественную, и на Халкинголе воевал. Ну, вернулся раненый. Георгиевская ленточка – один из главных символов победы. Сегодня на груди всех, кто помнит. Черный и оранжевый – дым и пламя. Перед 9 мая уже традиционно во всех уголках страны волонтеры раздают ленточки победы. Мы определили для себя две точки, которые находятся в Звенигороде и в Одинцово. В Одинцово – это, конечно же, наша центральная площадь. И 9 мая здесь в том числе будет много наших волонтеров в Подмосковье, которые будут дарить и вручать георгиевскую ленточку нашим жителям и гостям. Сохранить память о мужестве, героизме, подвигах и стойкости советского народа. День Победы – важный праздник для каждой семьи. Одинцовский округ вовсю готовится ко Дню Победы. Город украсили флагами, привели в порядок мемориалы. А на центральной площади всем раздали один из главных атрибутов праздника – георгиевские ленточки. Карина Гиряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».